Всем привет, с вами Таракан, и сегодня мы поиграем в игру Метель. Ну как мы, точнее будет я. Я пройду главу Эмили на секретную концовку. За время моего отсутствия я уже проходил главу этим способом, но сегодня сделаю это на видео. Берем отмычку и вскрываем ворота. Нужно поскорее найти выход. Я тоже так думаю, а то нынче в подвалах холодно. Упс, забыл проверить ящик. Пусто. Теперь нужно сломать компрессор, чтобы узнать код от шкафчика. Проклятие. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Толпаный компрессор. Запоминаем код. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. Я уж думал, что он меня спалит. Берем лом. Дивизию. Что за шум? Фух, вроде успел. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл микроволновку? Не надо. Облако жизнь на вкус словно мрамор. Робот удалила мне мама, поздно. Ремень достал папа, может, донатить не надо. По 100 тысяч с кредитки отца. Вроде выжил. Тут он ушел по делам к другой жертве. В секретной концовке мы эту жертву и спасаем. Берем ведерко, наливаем воду, выливаем воду. И вот у нас есть чайник, прям как я. А нет, ошибся, это масленка. Наполняем ее. И смазываем бинты. Вращаем. Клик-клак! Батюшони! А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Не был? Ну, вроде все на месте. Кто это там шумит? Помощь, если кто-то будет проходить мимо. Хороший план. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Фух, вроде убежали.